Добрый вечер, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, смотрите, этот костюм у меня с интернет-магазина «Любимый Василек». Этот костюм я выписывала еще ранее. Вещи мне очень понравились. Так, поэтому я выписала себе еще вещи и получила я посылку. Теперь я буду, немного я их про них расскажу, покажу качество и буду примерять. Начинаем. Вот моя посылочка. Я уже их вытащила, посмотрела, прикинула, приготовила. Начинаем. Первая позиция — это туника женская. Посмотрите, с таким нежным 3D принтом. Вот. Из однотонной ткани. Модель слегка приталенная. Вот. Спущенная пройма, друзья. Так, вот. Манжета с отворотом. Вот видно. Так, такая округлая горловина. Вот такие строчки. Вот. И очень приятно к телу. Очень приятно. 100% хлопка. Это очень важно, друзья. И это у меня 54 размер. И цена этой туники. Так, туника — это сухая роза. Друзья, сухая роза. Этот цвет я люблю. 756 рублей. Поехали дальше. Будем мерить чуть позже. Друзья, следующая позиция вот такая вот, посмотрите. Вот. Сразу показываю поближе. Вот туника свободного кроя, широкими рукавами. Так, подлежит для всех типов фигуры, друзья. Можно и побольше, можно и потоньше. Будет свободная просто горловина округлой формы. Вот, посмотрите. Также такие строчки, аккуратно, оверложены. Вот, оригинальный принт. Веселый, добрый кот. Можно даже использовать в качестве ночной сорочки, друзья. Сейчас скажу, 54 размер. То же самое, друзья. Самое главное, тут 100% хлопка. Это самый главный хлопок к телу. К телу тоже очень приятный. Очень нравится. И скажу цену. В очках, как всегда, туника цвет какао, 54 размер, 655 рублей стоит. В общем, такая замечательная, друзья. Так, друзья, следующая позиция — это мужская футболка «Полет». Посмотрите, вот такая футболка, круглый, с круглой горловиной, вот такие строчки, тоже ровные, хорошо прошитые. С короткими рукавами. Украшена надписями. Крой прямой. Выполнена из такого дышащего хлопка, друзья. Самый главный хлопок. К телу приятный. Вот. Летом то, что надо. Летом жара, будет впитывать. В общем, очень приятная. Сейчас скажу, сколько стоит. Это размер у нас 56. Стоит 498 рублей. Так, это у меня будет мерить Вениамин. Так. Следующая позиция — это у меня шорты. Я вот думаю, мерить или нет. Пока не буду. Посмотрим. Так, друзья, вот такие шорты. Они мне очень понравились. Красный цвет. Такой. И вот тут два кармана. Два кармана. Ну, не очень глубокие. Телефон просто положить можно вот в карман. А вот так уже работать точно выпадет. Но это же не для того, чтобы телефон таскать. Это вот так. В огороде я одену и буду работать в жару. А то я в черных штанах тонких работала. Мне написали, с ума сошли, что ли. А штаны не были черного цвета. Но были они как морлевка. Теперь я буду работать вот в этих шортах летом. На грядках. Вот. Смотрите. Красота, да и только. Вот такой пояс широкий. И внутри широкая резинка вставлена. Такие строчки. В общем, друзья, тоже очень приятная. На ощупь. И хлопок тоже 100%, друзья. И размер тоже 54. Вот посмотрите. Я думаю, вам тоже уж нравится. Вот мне понравилось с первого взгляда. С первого взгляда. Цена на шорты. Шорты ассорти. 54 размер.
500 рублей. Так, следующая позиция, друзья, у меня будет толстовка. Толстовка женская. Посмотрите. Это толстовка розовая орхидея. Толстовка осенняя, друзья, посмотрите. С контрастными оттенками. Со спущенной линией с плеча. Вот посмотрите. Спущенная линия. Мягкий. Такой мягкий. Вот тут покажу. Мягкий, плотный. Мягкий, плотный хлопок, который сохраняет тепло, друзья. И при этом хорошо пропускает воздух. Вот. Вообще цвет черный. Вот здесь. Вот тут на веревочке. Вот так можно стянуть, одеть. В общем, имеется капюшон. Также можно затянуть. В общем, друзья, к этой толстовке я выбрала еще джоггеры. Сейчас покажу. Там расцветок очень много. Вы уж сразу посмотрите, приглядитесь. Там в интернет-магазине «Любимый Василек». Глаза разбегаются. Очень много товара. Очень много костюмов, туники. Там постельного белья. Ну, в общем, надо искать. Чего только там нету, друзья. Так, друзья, последняя позиция. Это я выбрала к толстовке джоггера. Слово для меня новое. Я выговорила. Вот, вот такие джоггеры. Вот. Имеются карманы. Вот. Будет комфортно, друзья, как на прогулке, так и в путешествии. Смотрите. Так. Контрастные лампасы. Вот. С двух сторон. Красиво очень. Сочетается как раз вот с толстовкой. Видите? Прелесть какая. Зрительно вытягивает силуэт. Состав. Состав 80% хлопок, я уже смотрела, и 20% полиэстер. Размер 54. А я не озвучила цены. Друзья, 54 размер. Джоггер и толстовка. И цена на толстовку 1356 рублей. А джоггеры стоят 1167 рублей. Вот такие товары, друзья. Так что проходите по ссылке и заказывайте, выбирайте товар. Товар там на любой вкус. Все, а я пошла мерить. Вот такие товары, очень красивые, с интернет-магазина «Любимый Василек». Сухая роза, это туника, вот с таким принтом. Так облегает. Как ваша футболка, как лежит к телу? Очень хорошо. Очень хорошо, да? Приятная такая. Вот такие надписи. Такой, такой красочный, красивый. Друзья, ну еще вот, посмотрите. Вот такая футболка. Красивая. Повернись назад. Давай туда сходи. Не упади только. О, молодец. О, модель. Вот такая модель у меня, видите? Вот. Молодец. Классная футболка. Вообще замечательная туника. В общем, прелесть. Все, ты свободен. Иди вниз в своей футболке. А ты туда, да? Он туда. Так, друзья, сейчас покажу. Так, без него уж пройдусь еще раз. Вот. Такая туника. Там у меня штанишки. Уж сейчас пока еще не лето. Как бы не к времени. Вот, очень нравится. Живот надо немного подобрать. Но ничего, подберется. Что не подобрала, подберу летом на горе. В общем, вот такая, друзья. Вот. Красота, правда? Вообще очень красиво. И очень приятно к телу. А следующая позиция вот у меня. Это какао. Это 54 размер. Такой свободный крой. Можно носить как тунику, можно одевать как сорочку. Спать в ней. Очень приятно. Следующая позиция, это у меня шорты. Я набралась смелости и хочу продемонстрировать. К лету нужно готовиться зимой. Так что вдруг вам понравится, начнете заказывать. Вот такие шорты. Очень приятные к телу.
боковыми карманами. Вот такой костюм. Прекрасный. Это у меня толстовка. Посмотрите. И джоггеры. Вот такими лампасами. Можно одевать как на прогулку, так и в путешествии. Такая расцветка прекрасная. Карманы глубокие, друзья. Можно положить телефон. Вот. Ну все, друзья, вот такие вещи я вам показала. Вот вещи мне, вот мне они на самом деле прям от души понравились. Потому что вот тут хлопок, тут 80% вот здесь хлопок, пропускают все. В тех вещах, вот туниках по 100%, это важно же, да? Потому что летом же одевать, в жару. Вот. Ну все, пишите комментарии, мнение свое. Вот, вот, вот. В общем, вот так. А, друзья, не отключайтесь, сейчас будем печь хлеб. Хлеб будем печь на пиве с медом. Я буду печь это первый раз. Посмотрим, что у нас получится. Будем печь хлеб. Хлеб у нас будет ржаной на пиве с медом, друзья. Я все ингредиенты приготовила. Ржаная мука у меня здесь 250 грамм. Пшеничная мука 170 грамм. Соль возьму 1 чайную ложку. 1/2 чайную ложку. Мед возьму 1 столовую ложку. Столовую ложку масла надо, сахар не надо. И надо еще, друзья. Вот. Самое главное. Это пиво. Хлеб будет на пиве, друзья. Теперь я буду закладывать сюда поочередно. В общем, друзья, беру пиво. Пиво нашла в шкафу. Так. Пиво нашла. Если бы не нашла бы не этот, наверное, не пекла бы. Но надо попробовать, друзья. Это не реклама. Я буду печь хлеб на хлебопечке. Реклама была ранее, друзья. Вот 1 стакан пива. Тут у меня вот разметка 200. Ну, возьмем 200 миллилитров. Ой, ой-ой-ой. Надо же правильно наливать, без пенки. Ну вот, с пенкой как раз полный стакан. 1 стакан. Вот так, 1 стакан пива выливаю сюда. Надо сначала все жидкое. Беру масло, 1 столовую ложку. Так. Мед, 1 столовая ложка. Я ее в водяной бане. Вот так сделала жидкую. Так, мед, пиво там на дрожжах. Так, я сюда высыпаю ржаную муку. Потом идет у нас пшеничная 170 грамм. Соль надо. Вот так 1 и 2. 1/2. И берем дрожжи. Дрожжи надо 1/2 чайную ложку. Ну, вот так вот делаю углубление. Нету, наверное, разницы. Так, 1 ложка. И вот 2. Я тут выбираю программу цельнозерновой хлеб. 3-ю программу. Так, это вот сюда уж, наверное, сейчас. Так, 3-я. И мне корочку надо, чтобы было сильно зажаристое. Так, вот так нажимаю. Вот все. Так, друзья, прошло время. Сейчас достаем хлеб. Смотрим. Вот как выглядит хлеб. Сейчас посмотрим на разрезе. Ну, вот так разрежу. Вот такой хлеб, друзья. Сейчас попробуем на вкус. Вот смотрите, хлеб еще горячий, но вполне такой вкусный. Ну, немного, конечно, вот тут. Но это не всегда так получается, потому что я уже не первый раз пеку. Сегодня первый раз этот на пиве делаю, друзья. В общем, вот такой хлеб. Ну все. Ставьте мне лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.